Карелия и Московская область подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава республики Александр Худилайнин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Руководители регионов договорились о взаимодействии сторон по широкому кругу вопросов. Карелия и Подмосковье будут сотрудничать в области экономики, торговли, предпринимательской деятельности, науки и информационно-коммуникационных технологий, а также образования, здравоохранения и социальной защиты. Наконец, в областях культуры, сохранения памятников исторического наследия, спорта и туризма. Сегодня мы еще раз официально подтвердили намерение сотрудничества с Республикой Карелия, с замечательным краем, который мы очень хорошо знаем. Экономика региона предполагает интеграцию с разными регионами России, отметил на церемонии подписания губернатор Московской области Андрей Воробьев. Московская область – один из стратегических партнеров нашего региона. В области могут быть востребованы идеи и предложения, которые генерирует республика. Отмечу, что в 2014 году республику посетило более 2 миллионов туристов. И отрадно, что из московского региона все больше и больше туристов приезжают как зимой, так и летом, сказал глава Карелии. Он также отметил перспективность сотрудничества по освоению полезных ископаемых. С учетом больших объемов строительства в Московской области особо могут быть востребованы карельские стройматериалы, булочный гранит и щебень.